Погнали танки. Меня слышно? Да, тебя слышно. Начинать будем. Танки, идите. Блять, а меня вообще слышно? Да. Так, а что там? Вы здесь вообще-то? Чего вы стоите? Уничтожал, так давай, начинай. Не варка, начинай ты. На ком вы там? Вы на трэше пока что. Кто там замедляет слугу? Зачем? Забирайте его. Откуда этот трэшак? Что, откуда он? Эти гимны на хп, А уже бесполезно, что мы рейд упал уже. Мне кажется, я как-то водил там. Надо просто весь трэш защищать. Сейчас как раз репа мне качается. Ну это шутка, конечно, но блядь. Просто он может, нет, я стою здесь, у меня видеозапись идет. Просто мне кажется, какой-то из хантов или кто-то там, и лог какой-то, может, ну тупой, наверное, просто. Ну, пепельный союз увеличится на 15, нормально, да? Они мне репу качают, но я им не просил их. Ты что, Сандер, пойдешь по парам? Кто-то стал я лечу, уже. Давай. Это, кто вчера был в герах? После РС-ки пошли что-то еще? И ВК там еще РС-ку пробовали, не? Короче, каски бафаю. Ты бафай кулаки, бафай кулаки. Бафай всем каски, я полметал баф всем кулаки. На МП5 тотем будет стоять. Там еще будет, если МП5 бафнут. А ну да, вот ты бабафаешь пока что. Сейчас я тут буду париться. Не надо. Он же пока разберется. Не, бафать-то его. Кстати, шкаф. Я, кстати, полипауэр этот не качал, надо бы попробовать там. Скачай топовую хуйню. Сейчас надо подумать, на какую кнопку что назначать. Шок небесно, значит. Дальше. Дайте теперь 100 баф. А, есть холи палы в рейде? Кирилл, ты хилил? Ну, ты у нас единственный. Не-не, кто играл. Вот этот щит, да? Да, чё? Ну, так что? Его... Какой? Ну, его используют, священный щит. На танка кидаешь постоянно, на танке. Тяните сюда слугу. Там и кидаешь, это все их называть, там есть хилишь опыт. Вспышкой, короче, да, и потом он еще и лечит постоянно, еще дополнительно подлечивает. Тяните сюда звезду, блин. Тяни ДК, притяните его притяжкой. Сука, столько кнопок пианино ебано. Я думал, в натуре тут цвет небес только поставать. Да в основном да. Частицы вешаешь, обновляешь. Я, кстати, кажется, понял, почему мы, кстати, на прошлой неделе проебали то ачиву. Порталы? Да. Почему? Надо, скорее всего, вот как порталы тогда появились, надо сделать так, чтобы вот все порталы закрыли, и Валька, типа, время того, когда люди будут в порталах, она захилилась. Типа, как-то так. Мне кажется, что из-за этого.
Так, сделал макрос на каплю, на длань, на боб. Возложение рук. Плеть пауков. Это, Войд, зайдешь потом на этот, на вальку на Холи Приста? Зачем Холи Прист? Ну, ты на него кинешь свой баф, там, который пилу увеличивает. Так чё, там и так захилан какой-то, фибрилляция, шаман. Зачем? А я быстрее не захилю точно. Ну, так я ж поэтому говорю, можешь зайти на Холик. Или тебе там да, что-то надо будет? Да, ж, ну, весь шмот, я ж голый. А по-моему ничего не падает. Почему там что-то падает на ходу пал? Валь, да? Не помню, надо лут открывать. Ну, на лича, я не знаю, если вы духов хотите делать, там в натуре надо носов. Вот у вас две. Зайдешь. Я еще с лучата еще сову. Мага ШП. Никто не пишет. Кильди тоже молчат. Просто если эти духи делать, это просто варом перезаходить надо куда-то будет. Ралли там на фанта, еще на кого-то. Это же РДДшка. Да, просто надо уметь замедлять нормально, кайф. Слушай, может давай я тогда сразу пойду хантом или магом? А кто это сказал? Ралли. А заходи. Заходи на мага. Без магов нет. На мага? Угу. Так, тяните сюда этих бомжей. Сразу. Слушай, а второго взрывайте. Мага нет. Я знаю, скетч. А под гневом карателя отхил увеличивается, нет? Да. 100%. Это хильте танк. Я уже по мане сел, залейте ману, у кого есть шанан. Слушай, найдешь второго мага, если что? Ну я постараюсь, но не обещаю. Просто да нахер мне может лучше на ханта зайти сразу. У нас там здесь и так хватает. Много, не мало. Мне кажется, она к нам подойдет. Бомбу больше раскидывать на дух. Ну, давай. Бомбы или копьем. Заебись, ты придумал. Подсадайте. Поспрашивайте, там, не знаю, в беседе, может кто зайдет. Какой-то новый дебаф, да, щитом появился. Там раньше не было его. Вот меня единственное, сука, бесит. Вот я кидаю. Чё я кидаю? Дух за Холи Приста кидаю, да? У меня он висит в Вуду. Или не висит, я уже не помню, блядь. Короче. Частица у меня не отображается, блядь. В гриде на... Хилбот скачай. Так пиздец, хилбот ебаный, ненавижу этот аббон. Ну Вуду, блядь. Вуду топовый аббон. Просто как-то можно, но я не знаю как. Мы еще, кстати, на ласте будем в одного там. Ты сделай, может, типа, ну, запоминание цели и... Как-нибудь так, чтобы было видно. Понял. Так, в общем, помогайте мне искать Савуша помага. Слушай, а пластырная смога есть у кого? У меня есть, я могу потом с тобой поделиться. Оу, хорошо. Ставьте себе шкаф. Для мага смогут столько не тренить. Ты кто-то пропал. Кто шарит, не есть смысл сейчас вспышкой хилить, а то каст цвета небес большой. Мне кажется, ты можешь вообще не хилиться. Ну, охуенно. Пуха первого левела, чешка, бля. Ты бы хоть зеленку бы такое сделал, на самом деле. Ну, блядь, бич, сука, кика его нахуй с хейдом. Сука, я бы раз подошел, блядь. Купил бы фрошмот хотя бы, то есть ранний ты в этот, блядь. Сейчас, чё... Ты как вообще качал персат, или ты сразу 80-й донатил, мне интересно? 79-й на трэше. Кстати, Войд, хочешь прикол? Давай. Сейчас, короче, упадет щит на танках. Вчера падал на хилач, сегодня он на танка упадет. Да не, на хилач три щита упадет, бля, все три одену.
И сейчас же шмот, много там, кольчуга, кожа, ткани, то есть все задеваю, у меня интеллект будет нормально, сейчас уже на лече буду хилить, считай, нормально. Купил бы себе вон этот пояс, кольчужные штаны, уже бы, блядь. Да ты вот так вот говоришь, блядь, вот мне делать нечего, покупать что-то, ходить, блядь, когда он все валится. Пиздец, блядь, а вот нахуй, какой-то, блядь, вагон нахуй вредит, блядь, бы. Пояс бы взял. Благородство. Кстати, кольчужные штаны, да, купить, они стоят там 100 голд от силы. Пиздец, вообще, да, не, блядь, понимаю просто. Я как апнул тогда, я же это, уезжал. Кольцо, колец только забирал себе, кольцо бы купил, одел бы себе хладного ребра, да, это. Потом, о, что еще? О, смотри, ты про вот этот поезд говоришь? Багруху, бля. С одинаковым благородством. Ну, мне поезд дали, смотри. Поезд дали, смотри, смотри. Вот это, да? Поезд, но стоит 130 голды. 130 голды это хуйня стоит? Нихуя себе. 300. 300, бля. Да не 300, я за 120 выставил на ауке. Ну нормальный поезд. Плащ еще, смотри, сырецкий. Это вообще хохма, блядь. Как я его забрал, я не понимаю. Чешка, блядь, просто пиздец. Бля, плащ, предби свои вещи, бля. Кольцо бы взял, пух бы зелененькую купил, щиток бы за триумф купил, или крафтовый какой-нибудь тоже. Сейчас, знаешь, какой прикол, вчера на ретрика плечи падает. Тканевые эти тоже, блядь, можно было, хулипал одеть можно вообще с нуля, легко. Кстати, а ты же пухи-то обучил? Обучил пухи? Я а то тогда... сейчас пуха упадет. Да, да, я тогда, видишь, с ретриком пошел, падает этот бриндроль, блядь, а он не выучен топор, я портовался, короче, вовре учить. Сейчас что-то упадет, у меня по-любому что-то не выучено. У меня тут что он умеет? Да вот тоже под двуручные мечи, дробяшки есть. Мечи, ну это уже хорошо. Мечи там какие-то падают, дробяшки. Какой-то меч падает, да, с ребра? Или кинжал? Да, падает кинжал. Ну вот там СПД будет. Короче. Но там он идет. Не он идет с духами, тебе он не нужен. Этот кинжал. Ну там хоть интеллект испадает. Паладин не носит кинжал, забейте. Не носит? Но зато он носит медь. Двухручная атака, 3,5, блядь. Нормально. Бля, помогите мне три слота найти, никто мне не пишет. А может мы пойдем так и уже по дороге? Ну да, я согласен. Ладно, давайте бафы, я уже с Рофом учу бафы. Ну, блин, то ли уничтожатый расставить. Поставил рыбу. Что ли, ДК пускай танчит. Ладно, пускай ДК танчит. В общем, ДК нахуй у нас слабенький, на него ханты напуливайте. Роги у нас... А, рога у нас есть. Рога, ты тоже напуливаешь на ДК нахуй. И по КД на него на пулы кидаете. Раздавайте пока бафы, МП5 раздаваивают. Перестан, да? Сейчас я раздам. Давай, может, я проще подержу, нет? А пускай он учится. Ну, пускай. Одну кнопку тыкать, блин. Я здесь за него тяжело. И с шаманом, да? Ну да. Все, спасибо. Забав приводит. Кулак надо? Нет? Можешь же бафнуть, если увидишь, что... Ну, сюда, спек у него кривый. Хер с ним, но я думал, потом поменяю. Так, ну все готовы, танки полетели. Интеллект. Вот сейчас мне. Так интеллект ты даешь. Ты у нас единственный маг. Ужас, не стойте, танков килим. А, шип сбейте с хилов. Шаман на шип снимите, бля, что это такое? О, заебись. Это, в общем, тут... Блин, что, бля, вообще уничтожатор, что этот, власть, да, включена? Куцерово. Ладно, тактика сейчас будет меняться, падаем. Уничтожатор, сейчас напишем спеклса танка. На пулы не помогает. А там, по-моему, деканах танчил, вы не видели? Мне казалось, уничтожатор должен танчить. Не, я же сказал, на деканах и на пул. Шанан, можно как зачем? Вариант, чтобы я зашел на... Я танчил сейчас вар.
Вар первый побежал, начал танчить, развернул его ребра. О, это он чар занесло. Шанан, я могу зайти на ДК только танка. Только мне нужен этот талик. Оставайся на танк. Урик 6.7 нужен, Данил Вар пишет. Давай. А что вы парите? Сюрприз. Ассиста дай. Ассист. Брали Мараксус. Сюрприз умеет танчить, вон он сидит, чё он молчит. Давай спека себе танчит, это же обычка. По-моему, я у него спрашивал, он сказал, что он не умеет. Нет, нет, нет. Меня сегодня никто не спрашивал. В смысле нет, у тебя а есть. А ты умеешь танчить? Да, я же на прошлом КД вам ачивы танчил. Тогда ладно, спекайся ты, сейчас мне напишу, чтоб остался в Д. Всяко лучше будет, чем в деканах, в пятятках. А у уничтожатора же тоже танк есть. У него просто ФДК, а у меня АДК, а у нас ШП есть. У декана АДК есть. Наверное. Да, он же вначале трэш танчил. Утешение и чешуя. Кирилл, как дела? Плюс бой, у кого бой? Да, тут лоу, блядь. Кто тебя слышит, ты меня ебать? Нахуй его бить? Вот смотри, 7 регов или сколько я там, 8 отдал регов, просто в пустоту, блядь, просто в это, ебать. Знаете, сколько? Так, давай, спекайся АДК в ПДК, ДК нахс, будешь ДД, власть, да, не забудь отключить ток. Чё, кто потанчит? Уничтожатор? Сюрприз, сюрприз, давай ты. Идите сюда, давай, сейчас поставим похавчик, снова бах и разведем. Так, фейл у нас в коте, что ли? А, епа. Я думал, что такой килл стал. Объясните мне. Спасибо. Привет всем. А, Клайман, ты здесь? Да, дай столик, пожалуйста. Спекайся в хила. Подменки дайте. У нас фейл в коте. Чё, сум будет, не? Да, будет. Поставьте шкаф. Можешь еще столько хат кидать. Ты много пью, блядь. Тем более потом шкаф. Ты пить. Так что за нокдаун? Господи, где он пойдет сами? Ну, спроси. Сейчас я вам напишу. А, уже спросил. Что он сказал? Нету, когда пишет. Ну ладно. Давайте баф. 300 баф, кулаки там, МП5, лапы. Все, а да. Чё МК? Ну МК, Марат, спросите. Давай ему пати, а иногда он там пойдет с нами. У него БДК 61. И танчит он отлично. Я здесь дерзо танчит с нами. Может потанчить, наверное. Ну, пускай остается уже в БДК своем, не будем уже спекать их по 10 раз. Ну, возьми мага. А где маг? Какого-нибудь, похуй. Ну, как найди мне его, я возьму. Мараксис, покидай МК пока мне. Она фибрилляцию кидает. Ну нахуй мне мужик покидает. Так, Войт, раздавай всем МП5. Плюс они по МП. А дайте, знаете что, столик, а то у меня маны нет, мне же резать надо, ну, 900 маны, нихуя не резать. Поток косарь резать, у меня 500 маны. Есть столик? Маг, этот вот. Мараксус, знаете столик? Дайте хавчик. Дайте Рихер, дайте баф.
Ладно, давайте так, тотем поставлю на 5, потом руда фреш мана появится. Сейчас уже начну бафать. Ну, баф и так по-тихому может стать баф. Я пока там все равно поставлю. Так, ну, почти все здесь, уже все здесь. Звезда побежала вместе с паладином. На него на пол. На него я имею в виду на звезду. На звезду я имею на сюрприза. Сюрприз это БДК. Вот такой расклад. Вроде всем, да. Ну тогда молодец. Ты мне разрешаешь снимать тотем? Ты даешь добро, чтобы я снял тотем на МП5 и поставил на отлив? Ну я разбафал. Так, ну тогда ладно. Я ставлю на отлив свой тотем. Там, кстати, лут групповой стоит. Ну, здесь все свои. Я думаю, вам можно сегодня доверять. Служу, уходите. Или нельзя? Сука, я по мане сел. Чего нажимать? Хп в доллара. Там мана устанавливается на 100%. Даже джага не могу ударить. У меня было судя нет, я же сдыхал, сейчас можно печать точно. Защита от холода стоит? Нет. Так надо поставить. Пропал поставишь. О, а почему я ударил синим правосудием? Надо желтым. Давайте шипы. Шип вон сзади стоит, разбейся. Добивать уже толпов. Так, Шазарак пришел, на него место, конечно, есть. Так, осколки никто Гром, не плечи, видит. Гром, плечи, береги, слава. Осколки забирает только фулл метал. Так, да, забирай свои плечи. Больше он тебе ничего, я только особо не упал. А те, кто идут на офспек, щелкайте, не откажусь. И никакого распылить, пожалуйста, не тупейте. Ой. Ну, сейчас, ладно, уже фиксим там. Блять. Ну, короче, смотри, если на успех, то не откажусь, да? Да. Все, понял. Почему на успех можно кубик жать, а то на жмут распылить, и это самое. Кубик жмут, ты кто говорит на мейнспек. Ну, типа... Так. Ну, а если его распылить будет больше, чем у не откажусь, то распылится. Да. Кстати, так, да. Ладно. Лучше кубик жать, если надо на ух. А если на трансмут, то можно и не откажусь нажимать. Короче, ролим, а потом разберемся. Засуманим потом шамана. Что, мне что, зарака тоже ролим? Так мана садится. Он вообще Н? Так, ладно, добьем тершак, потом засуманим. По пули высыпет. Хил пиздец у меня, конечно, 16 тысяч. О, пояс выпал. Для нашего пояс. Господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто... Так, это Марекс, потом стол поставишь, то, блин, ман надо. Блять, у меня регов. Вы хотите с булочками или с интеллектом быть? Выбирайте. В общем, давай мне... Для маны. Может уже не сумонить, я уже внутри. Хорошо, слышь, а у тебя Элим есть? Нет, я его удалил. Вместо него теперь Эн. Придется удалять тебе Энха и делать Элему. Но это потом. На Лича лучше похили, давай. Выбегай, сюрприз, беги, беги, беги. Меня убедил. Так, слышь, давай ты можешь похилишь, а я в лемос. Или ты хочешь подамазать, получиться там?
Ну, я хочу в энке сейчас потренироваться, а потом... Ну, ладно, тогда на лече я спектрю проблемы, а ты... Да. А где найти, увеличить рамку запомненной цели, блять? И как на ней дебафы смотреть? Добивайте. А, сейчас я ставлю тотем, гимноману пойте все. Все гимноману пойте. Маг, дай 100, пожалуйста. Ралли. И пока на бафы на готовность. Да, заебали. Шамана. Стол. Заказываем, блять. Так, где ты ставишь? Бля, далеко. Могу поближе поставить. Стол сейчас. За стак возьмите его, хватит. Все, давайте подходим ближе к боссу. Танки, идите на позицию, а РД вы пуляете. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Ну здесь контроль даем. Духов мы здесь можно ловить. Можно их даже не тратить. Я справа или слева? Где, блядь? Ты справа, как всегда. Попало всегда справа. Танчит БДК, все, всегда слева. Забыл, как это делается. А, дайте справа на пол, на попало. Сука, че на тебя дал? Ого, каплю дал, не пись. Еще это контроль кидайте шаману. Только не убейте его вара там. Ну, станк подойдет. Слава, ты записываешь видео? Бейте босса. Отлично. А, надо скелета убить. Диспельте с меня проклятие оцепления. Ну-ка. Все, скелета наказали. Молодцы. Сейчас на проклятие. Почему-то у меня на доне не показывало, что на тебя наесть. Он раньше чего не вешалось или кидалось. Так, давайте переводить этого босса. Все, и бейте его там. Блять, трешак. А, блять, появился. Давайте трешак сливайте сначала. Ловите трешак там. Секунды не хватило. А там. Контроль готовимся кидать. Ебать, ЧПН задодил Друдену нахуй, бля. Давай, сливайте трешак, по-моему. Пламя поднимешь мезантропа. Пускай не валяется от дома. Ну, дух взрывает, как положено. Ну, дух есть здесь, ладно, это обычка. Тут пофигу. Мне кажется, я в Леме. Почему-то я поманился. А. Я вот начать не отвечу. Так, добивайте его. Ой, пошлите дальше. Ух ты. Так, у меня слоты есть свободные? Отлично. Неизбежно. Я бы даже одел их. Я бы их продал. О, сука. Ромбик. Ну. Так, ладно. Давайте, Саша. Ты, блядь, а почему ты, блядь, все не едишь-то нахуй? Зачем шаману кожаные плечи, сука? На энха пишет. На энха кожаные плечи. Так, конечно, конечно. На энха там будет еще получше, да, отдай тебе кожу максимум. Что дай? Расскажите, как паладин ману резает. Клятву святую и джагой бьешь. Так, клятва. Там, короче, если ты бьешь милиатакой босса, он резает ману тоже. Так, давай, БДК, тяни сюда к нам мини-босса. И джагу куда кидаешь, тоже он резается. Это когда у меня печать мудрости активна, да, резается? Да, да. А джагу я должен желтую кидать, да? Да, он резает хп, когда любит босса. Ну, у тебя сейчас просто навыка пухи нет, у тебя стоит двуручка. Поэтому печально сыграл. Ну пока да, пока печально. Ну хули это будет первый рейд, но...
А давайте я себе прожим чисто. Ну, целый год. А на частицу на кого лучше кидать? На танк или на кого? Ну, конечно. Допустим, кидаешь на меня, хилище. Кидаешь на хапала и хилишь в БДК, вот и все, и у меня будет вместе хилиться. А, кровопийка есть у кого-нибудь? Что это? Трава такая. Я обычно частицу, по-моему, всегда на попало вешал и кинул ПДК. Давайте сюда ранцы все взяли, я запускаю. Вот там тэш на того кидаешь, сейчас сюда. Кого бы там всего не кинули, уничтожатый раунд. Ну, пускай пока что. А когда ему кинул ГП, пока он босса не бил, он обиделся. Да не, он просто знает, что я ему ГП не дам. Поэтому... Дайте Тимоле корабли, пофиг. Сейчас, мне кажется, после этих слов, что я сейчас сказал, сейчас весь рейд пойдет, кажется. Так, ну, два человека в каждом, ну ладно. Наверное, нужно кинуть ГП. Не, не, а ГП не дают, обычно ИП только снижает, я помню. Можно и ГП, есть исключение. Да, ну, не знаю, я за эту мелочь ГП не даю. Мне главное, чтобы вы писали, что там, допустим, мне надо это идти лично. А не так, что взял нагло, ушел, и все, типа, сосите болт. Смотри, криты уже по 8000 шоков, это нормально? Нормально. Скоро будешь соло хилиться. Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Летите, бейте, эти глупцы, мага. Да, убить его. Ну, это тебя, короче, слава и хил срезается, когда святая клятва включен, ты это знаешь, что? Кто включен? Светла, когда ты юзаешь святую клятву, у тебя хил снижается. А, что-то такое помню. На 50%, да, да? Да, поэтому вот на каких-нибудь передвижках там включай, типа, ход на взлетке, типа, вот на Синдре. Обычно комбинируют клятву, крылья, клятву, тренингу, клятву, талант. А крылья что, ману дают? Крылья дают СПД. Нет, тебе. Исцеление дают 40%, да. Когда выходишь с порталов, дают рост, ты прижимаешь крылья, прижимаешь кому-то тринку, свою чешку там, и захиливаешь, и даешь 50 000 хпс, и все, все отлично. Ну, смотри, я уже касаюсь 300 хпс, говорит, уже охуенно, да? Ну да. Но я протопалом был дал на лане 10 000 хпс. Протопалом. Джага, да. Джага печать на свет и все. Запускайте сразу 40. Это что, бой, блядь? Нет. Ну, монеты на удачи. Так. Ну, слава запад забирай. На ГС чисто по ру... ну, покидаю, да. Да сейчас выйдет нахуй, что это один на это посмотри, бля. Не забывай, что там ДК нахуй что делает. Я там, кто там будет одеваться, конечно. Где танчить будем, в центре или на лестнице? На лестнице давайте. Давай. Ах, тебе чили сон их ставил, сами снимайся. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело.
А макрос стоит на частицу писать чи нет? Нет. Я обычно бензил кнопку через хилбот кидал. Дайте кулачок по шаме. И 300 баф. И маг баф. Шанан, присумоните друида. Какого? Клаймана, меня выкинуло. А, ну кстати, шкаф. Шкаф локи, кстати, надо дрейда сумонить. ЧП. Рост полудока дайте. Че у нас Диаура? Поставку мутяуру. А, у кого-то не стоит. Все, я просто тебя таргет не могу взять. Фулл метал, поставку мутяуру там включи. Дайте бафы, пожалуйста, по друиду. Я вообще без бафа. Дайте ему что-нибудь. Ну, крест дал. Сойдет. Дух, ты. Да не, это нереально. Что-то фан. Для Кимя сюрпризом в одну пати, потому что говно. Ой, там еды мало, поэтому... Мало. В общем, какая у меня тактика на лича? Кукуаси спекается танка, соло хилит лича с трешаком. И хилим в одного хила. Как тебе делают? Я знал, что ты оценишь, спасибо. Чё, Джерри не играет больше? Пока беременна не может. Как? По залету как? Ветром надуло. Взбирай. Сюрприз ты не забрал с меня, у меня бьют подмет. Да нихуя не забирается. Почему? У тебя метка с ним дека. Добивайте. Пикай, иди сразу послал нам, запускай. Сейчас я вот унесу. Я МК хочу. Не получится, все-таки у нас, видишь, магов нет. Ну, может, кто-то на лича зайдет, кинтер, да. А, ДК, пойдешь потом жвачку побежишь. Тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Из миликов никто отдохнуть не хочет. Присты, дай. Просто мне тут отписали. Пожалуйста, дух на друида Клаймана. Есть кто из миликов хочет всего отдохнуть, не хочешь там целка идти нахуй. РДД нашел охуенно. Не, мне Оксана написала, тоже хочешь пойти, но она была с нами. На это отчего. Я что, вот диском или что? А, вот. Не диском. Молодцы, давайте одну вальку сбивайте точно, потом следующую. С пальцем на сухой. В
Вы че, третий по ДПС, че не бьют такой? Дисконтр. Пати гнев небес. Смотрите, как попал дамаж, 22 косаря, да, ДПС. А знаешь, кстати, вот почему они мне начали сейчас отписывать ПМ? Вот те, кто были с нами на прошлой неделе. Почему? Потому что я в рейде? Нет, потому что мы договорились на 5 часов, если ты забыл насчет еще в целом. Да, я понял. А ты взял, поставил на 16.00. И я еще в пятницу поставил на 17.00. Люди, соответственно, заходили, глянули, вышли. Так у кого ачивка этой нету, или кто типа в ней не нуждается, могут с вальки выйти и люди сделают на вальке ачивку. И на лича все равно перезаходить многим надо будет миликом. Я могу уступить девушке, которая хочет. Я хил кламен, но только мне надо синдра убить. Нет, ты оставайся. Давайте служим, выйдем. Ой, да. Чё ты говоришь? Надо служим выйти. Идите на мага кто-нибудь. На, кстати, мага. 20 голды дам. Больше нет. Достаточно маны, говорит, ебаный. Там совсем понты резаются какие-то. Так чем больше маны, тем больше резается. Процент идет. Когда у тебя будет 40 тысяч маны, он будет резаться там дофига. Там, по-моему, 25% за счет твои маны рисуются. Клятва, да. Но. У тебя 11 команд. Но. Ну там же еще такой показатель МП5 должен быть, да? Нет. Ну, восполнение маны, которое... Хаскрит собираешь, где есть секретут, где меньше требуют маны с этим весом. Шмот же на паладина там 7-5. Хаст, крит, интеллект, все. Почти весь андадешный. Почти весь. Что, не могу диспелить? Магию? Печаль. Ну, я видел там кольцо, какой-то МП5, все без сервиски там. Ну ладно, две шмотки, это что-то ж не монорил, а такое. Блюдок чуть не сожрал меня, говно. Да, не бойся, я тебя спас. Спасибо. Ты чё, этот прикол посмотрел? Убегай. Как он с телевизором-то вышел, да, вначале? Эй, ты, говно, говорит. Телевизор уронил такой. Ебать, как тут хили? Вот, МП5 не берёшь. Короче, чешку прожмёшь, на взрыве чешку прожмёшь и светом небес. Не вытащил чешку, но потом я сейчас вытащу. Смотри, за счет этого таланта ты собираешь крит в основном, а не МП5. МП5 тебе вообще не упал. Закинь мне сюрпризом одну пати, я не вижу сколько стаков на нем. Да, я сейчас. Я по мане сел. Фух, успели. О, 5000 хп, смотри, нихуя себе. Еба. Вот это много пули. А, есть, это слышишь, Зарак, спекнись пока здесь, хила. А вот, ПРЛ сейчас гниль, я сейчас во второй окно должен зайти. Там мне чел черепаху сейчас продаст. На чего, как раз. Пока она не ускользнула, так что пока прорыли на босса.
Короче, Слава, трэш выйдет, гнев небес давай. Пау. Сейчас. Да, он нормально? Да, сейчас я еще бах и все, вообще заебись. Стойте, здесь трэш запустим. Повышаю, чипку получил. Кресты, если кому-то надо, там скажите, я бахну. Что, активируем ловушки? Так. Да. Крест Энтро побежал, вот зачем за ним лог бежит опять сзади? Вот. Филипец, да. Дал гнев небес пуса. Давай, лучше, блин, просто. Лучший паладин. Кстати, возложение ману ресы тоже там, там пару косарей, ну может рисунок. Да, я пофейл сейчас отдал, сука. Макросом еще не привык. Ну давайте еще, давайте, да легкий босс. Надо здесь стать на рейндж, короче, два ханта, два рейндж. Какой рейндж бычки? Сбека с чего, да? Табычка, какой рейндж? Да он тролит вас каждый раз, че вы как дураки какие-то, бля. Там фила не забыть спекнуть. Знарак, да, пока вместо меня похилит пусть. Да, уже спекнулся, все. Крест скоро спадет. И крестик мне киньте тоже же, Хазарак. Дима, ты что там стоишь? Смотри, я палом врываюсь, еще с косарей ДПСом, да. Слыши, Гримар, а подожди, я сейчас перевущий фидер полечу, а дальше как мне черепаху забирать? Что-то я не через понял. Удочку. Блин, спасибо, я думал, мне надо ее руками там. А сколько черепах покупаешь? Я за 30к. Да ладно, блядь. Я за 4 как пил. Блять, черепаху выловил, когда, блядь, дейлик взял по рыбалке. Ну я сейчас ловил и выловил. На ачивку. Сейчас уже большие сильные бьют, ну потестить. Или еще не применили, не помню. Там по 30к будут бить. А они еще не починили. Ребята, вот когда у друида жмешь чешку и кидаешь восстановление, она прокает, работает? А когда кидаешь омоложение? Типа только покровительство? Ага. И хватит только один раз кинуть покровительство и все, оно активируется, да? Спасибо. Да, покровитель за этого не идет более быстрее на косвич. Ну, объект. Не очень. Хоть плыви по ней в круизы. Нет. Да, нормально будет. Попадим вообще. Хотя можно купить латные запы на аукционе и все.
Так, это так, не пантест. Поднимите меня, поднимите меня. Пожалуйста, не бросайте меня. В чем у тебя работает, не знаю. Кто мне объяснил? Восстань, милок. Кто объект свистнул? Мизантроп выиграл объект. А нахрена он ему? Дай лучше локом. Да сейчас ты колбу с этого стропа возьмешь и вообще топчик будешь. Китер. Когда с собой ты бегал, пожалуйста, колбой, да? Это было нормально, да? Короче, мизантропа, давай паролу знаешь кому? Так, 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 17-17. В общем, Войт и Штаку кидать ролл. Хотя, стоп, давай Штаку, если надо ему. Ой, так, это у нас... Это у нас лок вообще. Они тебе не нужны, блядь. Штаку, так я на хули пристаролю, мне тоже не надо. Он написал в РК на хули пристаролю. Все. На аукционе купишь латные, погнали, блядь. Погнали, да. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Смотри, блядь. А что, два паладина? Одну мильзону. Вот один побежал, молодец. Блядь, надо протопалу на все снять какую-нибудь стриню, надеть чешку какую-нибудь, буду вообще ебать. Смотрите, как на скилле нужно забирать босса. Опа. Видите? Даже не дернулся. Пало. Как скажу, прожимайтесь, отдаю сакрови там свои дохабилки. Прожимайтесь. Сука! Я сдох. А не, повезло. Я тебя захилил нормально. Блин, а я блевал как раз. Да. Да, шок бедут. После шока. Если шок кританул, то слышал бы мгновенно. Прикинь, КПВП классно, блядь. Да, бля, хули паром пока. Вообще заебись было. Что-то у нас что-то все равно не падает, отпадает. Дролик, а ты еще объект не отдал? Он отдал локу. Как бы он мне не отдал, я штаку не отдал. А мизантроп, подай штаку локу. Сейчас кину объект, он обмен. А сколько ГС у этого лока? Эндрома. Кто-то делает квест на шею. Кто-то писал, по-моему, значит квест. Я писал. Ты знаешь, как этот квест сделать? Тебе надо объяснить, что делать. Ты думаешь, он сделает?
Ну, я у него поэтому спрашиваю. Заходишь в куклу, там будет у тебя 4 обилки. Первая на единичку это ты пьешь лужу. Вторая это ты плюешь слизняков, и третья обилка ты дамажишь. Там режешь броню боссу, слизняку, слизнякам. И на шестерочке у тебя будет, ты будешь свирагу наполнять его в свой гарантии. Объясняю, как его делать. А, в общем, первого зеленого ты не замедляешь. Ты тупо стоишь и пьешь эти лужи. Вот, потом появляется красный. Красного ты замедляешь. И потом пьешь снова лужи и восполняешь. Щелкаешь на шестерочку. Вот зеленого замедляешь, так как у тебя раги не будет потом. И все. Потом ты замедляешь красного, дальше уже будет переход. В общем, тебе надо замедлить двух красных, все. Зеленых ты не замедляешь. А, я тут штаны сролил. Разносчика чумы не нужны кому-то? Идите все сюда. Надо кому-то. Так. Не, нет. Мне такие валяются. Кому нужны они, РДДшники? Мне кажется, мне с духом лучше одеть, да? Что еще нету? Почему не запустилось, блядь? Потому что кто-то там бежит. Гильдаль, давай иди сюда. Гильдаль, ты где ходишь? Так я летел, вы все убежали, меня никто не резнул. Бля, так что ты не сказал, что ты не резнул? Я писал в чате, бежал. Нужно говорить, чат, ну, такое дело, понимаешь? Мы сидим в РК. В чате лучше. Вой, там дай штаку штаны. Да, дали. А, не, штаны мне не надо, у меня крафтовые есть. Я сейчас пособираю лед на Т-10. Потом они предписывают просто. Нет, я лок одеваю через крафтовые тестика. Ну как знаешь. Это прям будет не до капетка сейчас будет. Да. Да, давай заберу, наверное, блин, отец. Так, все, черепаху я купил. Типа бежали. Зарак, ты можешь спрятаться назад своего Энха. Не, давай не буду. Зачем? Я пусть хилит. Боюсь на таких боссов. Мы попадаем сейчас, блин, ты обкурился. Кто у вас там? Ничего ты взял. Лаймон Хилл? Ну да. Дайте бафы. Не знаю, там хилл. Кресты кому надо? Идите сюда. По себе крест бафнем, да. И по шаманам тоже, да. Шаману, магу и крестам. Магу там. Дайте МП5, пожалуйста. Шаману, магу, шаманам. Можешь спекаться здесь, мы и так захилим. Обнови, хилы вы не сбегаете, сбегаются только РДД и милики. Все. Сейчас, подождите. Че, милика сразу по зелёному, да, вести? Да. Как лужа появится, сразу веди его туда. Фулл метал, обнови кулак. 7 минут осталось. Подсечь. По себе. Вот у нас еще в Кастклайме, ты здесь вообще? Клайм. Вот видишь, без него можем упасть. Тогда спекайся назад, Фила. Не буду его ждать. Ну ё-моё. Да, спекайся, мы тебе сейчас вернули, да. А, дайте мизантроп фейл Шазараку Иннер свои. Вот, звезду он поставил. И конверсинс по гимноманку. Да все уже нормально. Хорошо, отойдешь. Ну все здесь, варпи и куклу. Первый сделан, ты не замедляешь, напоминаю. Бля, забыл нафиг, ты что-то делал. Танковский набор, да что будет. Лужи появились. Веди потихоньку, да.
Да, я забыл чешку здесь. Поближе чуть иди. Так. Клайма, ну, понятно. Вот зеленый появился. Бейте босса. И сразу мельки бейте зеленого. И пока восполняй свою рагу. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Встаньте в одну сторону, чтобы все летели. Помогай, давайте. Пельмень не ловите, колбы мелики не ловите. Соси следующую. Сейчас красный появится, ты его заметишь. А потом, когда соточки восполнишь свою рагу, можешь спокойно выполнять его совершение. Бейте РДД красного. Колбы не, ой, пельмень не ловит. Вон там сзади лужа пей. Давай под зеленого иди. Иди его под зеленого. Север ДД зоны, бежим в звезду. Нет, молодцы. А, мизантроп поднимает фулметала. А... Блять, забыл. А, Фейл, ты поднимай Клаймана. О, не Клаймана, а Декана. Что-то не валяется. Бейте красного РД. Успеем перевести? Думаю, да. Меня не ловим. Иди его больше, мизон, что это... Ну, давай. Нех, не успели. Ну да. Вообще с ним это не страшно. Вот типа вот сейчас клятву отдавать, да? Вот сейчас стану, там, на мне клятву висит. Да. А, вот нужно было перед переходкой клятву дать, понимаешь? Вот шаришь, пока бы ты вот стоял, то вот... Вот не сейчас лень. Она на мне висит, заебись, да? Да. Ладно, даю герду мочить этого зеленого. На мне был. Пельмени сейчас не ловим. Пельмени полетели на мели. Сейчас, колбы, короче, не кому-то боб кину. Нет, не только Фридом. Когда бьем босса, побежишь сдавать квест. Блять, не помню, на какую кнопку боб забили, пиздец. Да не надо запомнить. Не, просто мне. Пельмень не ловите. Тяжело запомнить кнопки, я получается 4 на 3, 12 кнопок комбинации там. Shift, Alt и Ctrl. О, вот это можно мне. А, это сука, ну там я. Ну все равно стама будет нормально. Да пофиг, бери, да, хоть лучше, чем твоя будет. Хорошо, нет. Через Shift средняя кнопка. А, Шазерак, оставайся пока в хиле. Давай, ты будешь пилить.
А после Вальки уже спеклишься. Какой сегодня квест? А, я уже вижу. Силы есть, погнали, 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 буду писать сейчас. Бля, вот я Локи не намного больше не дамажит, видишь, что такие какие-то. Сколько у них ДС? Бейте все большого, не надо сразу свой блять слово. Это не обязательно. Мага забирайте. Мага возьмите, блять, он сейчас ловко убьет. Так. Обрасили на дай гим на ману. О, из антроп заливаешь она на ману. А шазраку пускай хрил заливает. Гим на ману отдайте. Так, сейчас я поставлю метки, кого убить, собачку возьму. Слава тут? Я сейчас притащу. Ну тащи. Да, чё? Изгнание зла юзай, такой голова зеленая на этих пиздюков, он не теряет их. Ну это не я принесу. Ну давайте сдубьем тогда. Блять, на кого юзать? Давай, сейчас стоп. С меня убьют, блядь. Да ну кому так тебе? Ты кого вообще юзнуть? Звезду добьем, бейте кружочек. Маги замораживайте. Чем маг? Лема тоже корни свои кидайте. Чебрилляция. Шкор не умеешь кидать. Кружочек себе бейте точно, на полах пока нет. Так. На мне эти стаки, Слава, кинь на мне, по мне боб. Во, красавчик. Так, стика, задрите среди. Чтобы он что-то давать растопнулся, дамаг он лупит и лупит. Я тебя вообще каплю сейчас за свою. Да? Не скажу, что прям. Твой ремонт. Ну, бля. Вот смотри, стан пацана, нахуй. Смотри, висит все 6 секунд, блядь. Поднимаем рогу, поднимаем читатор. То же самое, звезду сначала бьем, точечно никакого ауе, потом заливайте кружочек. А потом треугольник. Погнали. О, к вам тянули. Так, ну давайте пейте треугольник. Он самый ближний. Станы давайте точечные. Излик чернул его там. Говнюка. Свалил, убежал к пацанам своим там. А слышь, как у Вася, кто у тебя еще есть? Кроме ДК и шамана. Маг вроде бы я видел. На лича зайдешь потом на мага. Там что сможешь зайти на лича на лут сосового ДК. Хорошо, только лут можно будет на ДК. Я объясню. Тяните остальных троих бомжей. Пейте пока звезду. В общем, Седер, ты будешь на килисете, ДК на двоих. Ханты и Талдрама напуливайте на БДК. Рога то же самое, Талдрама напулишь на БДК. Смотрите, какой огромный дешмоти, это просто пиздец. Бомбическое. И это еще. Если ты там ДД шмот одел, одевай там танк шмот. Сейчас отдельно, да, просто на трэш отзываю. Там пару шмоток ДДшных, там чешку, черри.
Идите в звезду потом. Звезда ко мне бежит, сейчас она мне хукнет. Я все это не хукну. Блин, ладно. Я, в общем, кидаю на попало щит земли. Потом на БДК кидайте. Это вот, если что, по команде, да, шкаплю? Поэтому попал. Сейчас я вспомню, где она. Так, shift. Дайте, пожалуйста, приступа да. И Void, дай под друидом там все сделать, распустите гелия, сделаем, но фиксли. А, рыбы нету никого. Есть у кого жрать? Жрать есть у кого? Во, стоит, да, есть. Да, абсолютно. А, в общем, здесь сиренжу соблюдайте все. Мы тогда в прошлый раз распустили гелия не делали, но он тоже такая изячива. Но все же, давайте сделаем, может, кого-то нет. Последний чек. Так, Абрасилин, ты здесь? Лок, ты тут? Что меня выкинуло? Слышишь? Кого выкинуло? Жлепца. Жлепца. Пролили. Ладно, сейчас зайдем, блин. Что, в кого выкинул? БДК? Лока выкинул. А, лох, ну лох, это еще ладно. Давайте чек без них тогда убьем. Кулак МП5 хаксу дайте. Full Metal у нас АФК рашит, Войт, раздавай пока хантам кулаки. И на пулы не забудьте на БДК кинуть. Ханты и орда. И ханты вы потом сидите на кинетике вместе с шипышками. Все, танки полетели. Ты раздайте кулаки там. Вар пока перейти на АП, пока нет кулаков у людей. Непобедимые воины королевича. На АП крикните, пока у людей нет кулаков. Нахуй тебе МП5, тебе кулак дал. Недоразумение. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Рандунец не забывает. Здорово, все, кого не видел. Чё там, чё за рейд? Здорово, целка. Целочка? Чё, уже начали бить? Целочка, говорит. Начали бить? А чё вы вроде не провали? Бьем дальше. Чем тут Гера даже дам. Ой, стой пока что возле этого Седра, что ты мог мгновенно ему капу кинуть. Кинетику подбивайте, ханты, кинетика. Кинетик. Блять, ханты, вы вообще ебанутые. Кинетику вообще видите? Бейте, Лазерам. Насладитесь болью. И прольется кровь. Я типа... Если бы я был за приста, хрен, что упало. И прольется кровь. Чаша полна. Мелики тоже там шлем свои снимайте, потом бейте килисет. А точечно его бейте на кулове. Возьми там ядро сзади. Точнее, даже справа от тебя. И прольется кровь. Насладитесь.
разумение. Прольется кровь. Моя чаша полна. Отмщение. Так, давай будет ему каплю. Кому? Седеру. Так, нахуя? Ну, нормально, 4 ветер, сверху, да. Ну, на всякий случай. Потому что туда, блин, все. В конце, когда 9 секунд осталось. Сбивайте. Да он бил, мне по 2 косаря вот. Вообще. Все-таки сделали матч, его молодцы. Конечно, там 25 тысяч надо получить урона. Грудь, грудь возьми. Грудак, не ролите, дайте грудак. Кольцо можно забирать. Нет, кисти, кисти неплохие, кому не тоже, надо. Тоже, да, на фоли полагаете. И кольцо тоже. И кольцо. А, ну это меткость. Кому-то ордена. Да там скорость, у тебя скорость и сила заклинания, у тебя вообще нету кольца. Еще я понять не могу. Есть вообще у кого детская пыль? Абсолютно могу. А, детская. О. Ролить не могу. Что ты можешь? Не могу ролить. Ну или логнись. Не показано, что шмотки какие-то выпали. Слава, ты тоже фиряй. А, сейчас это собака. Я понял, бейте. Что, ни у кого детской пыли нет? Или детская переправа? Так. Я кто-то не так понял. У меня есть. А много? Ну, с собой 9, что там штук 10 банки лежит. Хватит. Ну, 9, это, да. Тут только уничтожатор тогда в танк аспекнешь. Хорошо, я аспекнешь. А кольцо надо кому-то вот это? Надо, надо. Я делаю уже. Давайте, бьем большого. Пока что его точно бейте, никакого ауе не давайте. Иначе опять поднимайте сюда, пускай, сука, слезет. Блять. Кидайте корни. Лем. Молодец. Чтоб они не бегали. Мараться сможешь кольцо льда уже, блять. Так, ну, можем за звезду кружочек завести пока что. А мага возьмите на себя. Божественное одобрение что дает? Почитай. Не помню, да. Так, по-моему, скин можно изучить моментально или что-то такое. Что за идет? Я точно не помню. Крит, наверное, просто дает. 100% крит на да, дает. Ну да, свет небес. Так, в общем, я наверх поставил метки, сначала звезду заливаем, потом кружочек, а потом можем его вешать. А, Варт, ты тут помнишь, как его сделать, или ты здесь тоже забыл?